Сельскохозяйственная продукция рядом. В самом центре Щелково на улице Комарова 1 открылся торговый павильон фермы Цветковых. Щелковское сельскохозяйственное предприятие знают любители сыра и других фермерских молочных продуктов не только из нашего городского округа, но и из многих муниципалитетов Подмосковья. Семья предпринимателей Цветковых получила землю для развития своего фермерского хозяйства в деревне Мишнево благодаря постоянно действующей в округе программе развития бизнеса. Предприятие достигло высоких результатов и стало одним из крупнейших в регионе фермерским хозяйством, передовым производителем экологически чистой сельхозпродукции из молока. Администрация округа оказывает всестороннюю помощь местным товаропроизводителям, в частности, предоставляет места под розничную торговлю на самых проходимых улицах города. За 5 лет мы стали самым крупным КФК в Московской области. Линейка у нас очень обширная, большая. Что касаемо развития, у нас в Щелково еще магазин находится на Центральной 17, это около Дикси. И, наконец-то, построили здесь, в самом центре Щелково. Потому что очень много жителей нашу продукцию знают, любят. Мы пришли в администрацию, сделали запрос. Нам администрация выделила данную точку, за что спасибо. Новый магазин фермы Цветковых ждет покупателей с 9 утра и до 21 часа ежедневно. Через месяц работы в таком режиме будет установлен окончательный график работы торгового объекта. Юрий Цветков рассказал, что только за первый день на Комарова 1 продукцию приобрели более 500 человек. Ждем всех к нам в магазин, приглашаем в гости на нашу ферму. У нас проходят экскурсии по субботам и воскресеньям, где люди могут не просто посмотреть, что действительно молоко – это молоко, но и пообщаться с коровами, и очень приятно провести время. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.